Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 14 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь» и вспомним об анонсе прошлой серии. 14 серия выйдет на экраны Турции 14 октября, а в русской озвучке сможете просмотреть через 1-2 дня. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Постучи в мою дверь» мы увидели, как отец и мать Серкана уже долгое время скрывали от своего сына одну тайну. Сейчас наступит тот момент, когда они должны будут раскрыть ее своему сыну. Только сделать это совсем непросто, ведь они слишком сильно затянули с этим. Все дело в том, что Серкан влюбился именно в ту девушку, которой никогда не должна была оказаться рядом с ним. Отец настроен решительно, и он собирается рассказать все своему сыну, кто такая Эда и по какой причине он не должен брать в жены эту девушку. Этого делать категорически нельзя. Мужчина никак не ожидал, что спустя сколько лет его сын найдет ту девушку, которая ему совсем не предназначена. Ведь в его окружении находились сколько девиц, но почему-то судьба решила сыграть злую шутку. Мать также считает, что они с мужем больше не могут затягивать с этим делом и должны обо всем рассказать. Отец готов взять на себя эту ответственность и сам обо всем расскажет Серкану. Только кто сможет разлучить влюбленную пару, рассказав какую-то нелепую историю? Эда очень сильно любит Серкана и не представляет без него своей жизни. Она не сомневается в том, что эти чувства взаимны. Серкан говорит Эде, что он дышать без нее не может, а Эда готова стать для него воздухом. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 14 серия выйдет на экраны уже 14 октября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале. Thank you.